детстве мы все были разные, были вопросы странные. Мама, как называется то, что летит в облаках? Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Женщина улыбается, это сынок десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Женщина улыбается, это сынок десантники. Время прошло, повзрослел мальчуган. Мать в слезах и шумный перрон. Девчонка прижалась к его губам. В армию уезжает он. А вы не волнуйтесь, милые, время пройдет, и я вернусь домой. Я только хочу попробовать, как одуванчики летят над землей. Мужчиной стал он в армии, взгляд смелый и руки сильные. С бесстрашным взором прыгал он решительно в бездну синюю. Но купол однажды подвел его, и вылетев с тропы запутались. А запасной он открыть не смог, упал в парашют, укутался. Но купол однажды подвел его, и вылетев с тропы запутались. А запасной он открыть не смог, упал в парашют, укутался. Годы прошли, а девчонка-то ведет малыша по улице. Мальчишка поднял свои глаза, видит, как тучи хмурятся. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это сынок десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это сынок десантники.